не знаю, поэтому я его... А если, например, вы к нам подойдете, то мы знаем, да. Вот уходим туда куда-нибудь все. Оттуда приходим. Значит, все в машине. В каком расстоянии нам? Читать, да, в этом смысле, конечно, одиночные пикеты – это значение. Да. Законы, только у одного человека есть плакат, все по правилам. За руку можно? За руку плакат передавать? За руку передавать плакат можно или нет? А почему я должна узнать? Ну, потому что не знаю закона, не соображает. Хорошо, а при чем здесь я? 50 метров? Пикетирующие должны находиться друг от друга? Да, друг от друга, не менее. Нет, пикетирующие 50, а где здесь пикетирующие? Конечно, ну, вот они, одна идет с плакатом, не свернула, а другая пошла уже со свернутым. Вот, 50 все. Метров есть. Сейчас она свернет, другая выйдет. Ну, я говорю, как только она отошла. Мы проследим, я понял. Еще мы раз. Все-таки настоит на том, что человек, который всю свою жизнь посвятил защите прав невинных людей, не может быть человеком, который употребляет наркотики и который в таком возрасте может сесть в тюрьму. Как вас зовут? Инга Елехсаева. В качестве кого вы здесь? Я компания Amnesty International в России. Свободу нашему другу, коллеге, настоящему правозащитнику. Прочитал заявление мемориала, которое писало о том, почему они считают новости его противоченным. Мне показалось, что это правильно. И, соответственно, я решила рассказать людям. Сейчас отстоите, отойдете нас. Здесь пикет по поводу Аюба Титиева. Можете сказать пару слов? Ну, позиция СПЧ, по-моему, известна по этому делу. Да? Да. Ну, можете еще раз озвучить, что надо. Совет занимается этой проблемой давно, с первого дня. Здравствуйте, Аюб Титиевич. Здравствуйте, дорогой. Давайте освободим. Мы только за. Вот. Как бы,
есть три зоны А, Б и С.